Субботники в Махачкале продолжаются. Оказать свою посильную помощь и принять участие в санитарной очистке города решили и в муфтияте. Имамы мечети столицы и близлежащих поселков объявили об акции на пятничной молитве и в соцсетях. Кто отозвался на помощь, расскажет Курбан Рагимов. Гамзат Заирбеков пришел на субботник по зову сердца. Спортсмен-дзюдоист нашел время в своем плотном тренировочном графике. Поучаствовать в уборке молодой человек посчитал своим долгом. Я поначалу думал, что там есть органы, есть компании, которые должны выносить этот мусор. Типа меня это не касается. Потом понимаешь сам, смотришь, ездишь и видишь этот мусор. И думаешь, почему я не могу помочь, да, сделаю доброе дело. Да. Чисто из-за этого думал, что-нибудь хорошее хотел сделать, решил помочь мусор вынести. Порядка 200 человек, несмотря на погодные условия, с самого утра были на месте сбора. Здесь, на площадке перед музеем «Россия. Моя история», жители столицы Дагестана и близлежащих поселков. Для волонтеров провели краткий инструктаж, раздали инвентарь. После небольшой зарядки добровольцы распределились по разным участкам и дружно принялись за работу. Всего в экологической акции задействовано более 50 единиц техники. Завалы мусора вычистили не только на центральных улицах, но и в жилых массивах столицы. Экологическая акция, по словам организаторов, показала, что жителям не безразлична обстановка в городе. Мы решили, не выясняя вину, кто виноват в этой ситуации и по какой причине это произошло, мы видим, проблема есть, и постарались хотя бы частично решить. Мы наняли 40 единиц техники КАМАЗов и еще 10 погрузчиков. То есть нет специализированной техники для этого. Сами вот такими подручными средствами, кто-то лопатами, кто-то одел перчатки вручную, погружает и сделаем то, что можем. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.